Лето в веснушках. Здравствуй, дядя. О, привет. Ты чего надрываешься? Каш. Нравится? Нравится. Каш. Хорошенький. Иди сюда. Хороший. Ну, иди сюда. Иди ко мне. Каш. Добрый день. Смотри. Какой осторожный. Каш. Лошадь любить нужно. Тогда она тебя с полуслова будет понимать. Какой жеребец. Хотел бы такого? Я? Очень. Слышал? Ребенок же ребенка хочет. Не морочь ребенку голову. Вот возьму и подарю. Заманишь в сарай и... Жеребенок твой. Договорились? Дитё малое, тебе нечем заняться? Забудь до осени. Хорошенький, иди сюда. Иди ко мне, иди. Мужчина. Кто? Как ребенок. Иди ты.
Иди, 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 иди сюда. Беги. Нужно тушить. Аист, аист, га-га-га, твоя жена ведьма. Может, ты забыл, какая шумиха поднялась в нашей деревне, когда ты приземлился со мной на поляну госпожи Туринскине. Моя мама оказалась самой быстрой, она больше всех нуждалась во мне. А ты летаешь, летаешь и, наверное, не думаешь, откуда дети появляются. Дурной ты, аистенок. Я буду называть тебя Берег, хорошо? А я? Адулис Бабарскас. Адулис меня называют дома, а в школе Бабарскас. Адулис, принеси дров, говорит мне мама. Бабарскас, Бабарскас, часто говорит мне учительница. Не летай в облаках. Бабарскас? Бабарскас, не летай в облаках. Брат Раполос часто называет меня ребеночек, но я из-за этого не злюсь. Живем мы, я, мама и брат Раполос, в Вальдскине, в старом доме, но зато у самой речки. В этой речке после работы плавает мой брат. А я весной купаю наших куриц. А они как специально, все вместе хотят высиживать яйца. Пару раз окунешь, и у них сразу пропадает желание. На другой стороне реки живут наши соседи. Петрикейсы. Госпожа Петрикейта работает в библиотеке и иногда придумывает такие вещи, что можно умереть со смеху. Ничто в жизни меня так не волнует, как ее веснушки. Здравствуй, дядя. Привет. Стучаться нужно, прежде чем зайти. Забыл. Забыл, забыл. Ну, чего смотришь? В первый раз видишь, что ли? Я вилы принес. Принес? Так и иди отсюда.
Ради меня можешь мазаться сколько угодно, будто меня это очень волнует. И хорошо, что не волнует. Если хочешь знать, то я не мажусь, а веснушки убираю. Что? Точно? Точно. А почему? Что бы ты спросил? Не поможет эта мазь. Много ты понимаешь. Дедушка говорит, что веснушки нужно лечить лягушачьей икрой. Чем-чем? Лягушачьей икрой, которая в пруду. Лягушачьей икрой, которая в пруду. Можешь не верить, как хочешь. Но дедушка никогда не врет. Честное слово. Сам ты честное слово. Адулис? Ты только не говори Раплосу. Что не говорить? Ну, что я эти веснушки убираю. Думаешь, что его это очень волнует? Так ты и не говори, если не волнует. Могу и не говорить, если ты так сильно просишь. Честно говоря, наш Раполос тоже дурманом объелся. Как так? А вот так. Как только возвращается с работы, так сразу летит к реке. Говорит, сейчас так закалюсь, что зимой купаться смогу. Иди кушать. Позже. Когда позже? Когда суп остынет? Не остынет. Пару минут постоит и не остынет. Господи, Раполос, когда наконец-то перестанешь дурачиться? Это очень серьезное дело, мама. Ты же сама видела, как по телевизору показывали. Там спортсмены были. А ты бы помолчал, когда тебя никто не спрашивает. А ты не кричи, он маленький, а мозгов у него больше, чем у тебя будет. Заболеет воспалением легких, все и закончится. Кушай, мудрец. Кто это там кричит? Так полотенце же забыл. Отнеси, а то стыдно перед соседями, что так на всю деревню кричит. Пусть еще покричит. Сам забыл, пусть сам и ищет. Отнеси, отнеси. У тебя руки и ноги от этого не отвалятся, ну? Полотенце возьми. Куда ты эту курицу тащишь? Давай быстрее. Знаешь, может, что и выйдет. Если вода курице помогает, так почему тебе не поможет? Дурак. Садись, разомнемся. И раз, и два, и три.
Ну и надымил как черт, двери бы хотя бы открыл. Нервы берут. Чё, опять девки эти окна выбили? Будешь еще шпионить, я тебе шею сверну, ясно? За что свернешь-то, если вся деревня об этом судачит? Что судачат? Что девки, развлекаясь в кабине твоего трактора, все окна повыбивали? Что еще говорят? Больше ничего. Дам покататься. Точно дашь? Раз говорю дам, значит дам. И еще говорят, что ты колдун на метле. Почему? Потому что ты подбил копыта кобылы госпожи Галинина. Пусть сама привязывает, ведь пройти не дает. Все? Все. Смотри, не мур-мур. Ага. Красивый голос — это еще не все. Танец и песню нужно полюбить. Нужно работать и еще раз работать. А может, и тебе лучше нищенствовать, как твоему брату Раполосу? Тебя звал, но ты меня не услышала. Любовь для меня еще не чужая. Но в моем сердце еще не потемки. Привет. Привет. За какие деньги так надрываешься, дружок? Я не за деньги, я просто так. Ты неплохо поешь. Может, это и хорошо, я иногда тоже люблю попеть. А чей ты ребенок, если не секрет? Нет. Что нет? Не секрет. Так говори, почему не говоришь? Бабарскас, зовут Адулис. Бабарскас, значит. А я, Угнюс Богданас, буду лесником у вас здесь работать.
Бабарскас так бабарскас. У тебя есть сестра? Нет. Это нехорошо, дружок. Скучно. Скучно жить без сестры. Проверенное дело. У меня брат есть. Брат? Брат тоже неплохо старший. Ага. Так ты должен знать, есть ли здесь девки. Есть. Хотя бы пара. Ты, дружок, не издевайся. Не знаешь, где можешь оказаться, когда вырастешь. Может, в такой же дыре, как и я сейчас. А кто это такая? Почтальон Настя. Иди, иди, дружок, иди. Мы еще встретимся. Жил однажды на поляне одинокий сверчок. Хотел найти такую же, как и он сам. Как, сидя вечером возле цветов, долго-долго пели бы эту песню. Ты мне красива, как тот цветок, который полон пыльцы. Ты мне красив, как береза после дождя. Проси, что хочешь, будь хорошим, пой дальше. Я тебе сорву солнце, солнце с неба. Ты, Раполос, неплохой парень. Главное, что не лентяй. Но мужчина, который еще не отслужил, он еще не мужчина. Так вот, не позорь нас, пока на службе будешь. А мы будем ждать тебя обратно. А хлеб, работу и девчонок в Алекснине всегда найдешь. Только ты возвращайся здоровым. Тогда и свадьбу сыграем. Уже подняты твои крылья в большой и дальний полет. Снова вернешься, поверь. Снова вернешься. Потому что чувствуешь наши бьющиеся сердца. А чтобы ты не забыл дорогу домой, на память от нашего колхоза и главной бригады. Раполас!
Куда ты пропал? Меня не хватало? Я искал. Ты? Ты настоящий мужчина. Не думал, что ты можешь держать язык за зубами? Я молчал не потому, что ты кататься давал. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Ну-ну. Хочешь, не хочешь, а надо. Только плакать из-за этого бессмысленно. Важно, что... Эх, лучше поспим. Ну, давайте, ребята, давайте, поехали, поехали. Трогай, Иван Петрович.
Отдай моего котика. Возьми, если он твой. Тихо. Что ты кричишь? Куда, куда? Стой, 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 стой. Тьфу. Видел, что ты наделал? Ты видел, я тебя спрашиваю, Бабарскас? Говоришь, если бы на медведя залез, то заметил бы. Еще бы секунду. Одну секунду я бы сфотографировал Сойку. Навсегда вбей себе в голову, что когда хочешь покричать, то иди в поле и ори столько, сколько сердце хочет. А в лесу кричат только последние дураки. Запомнил? И? Сойка как сойка, ерунда такую увидеть. Ты мне, дружок, сказки не рассказывай. Увидишь девушку Раполоса, скажи, чтобы слишком не грустила. Может, еще что-то сказать? Нет, больше ничего. Хотя, если очень хочешь, то можешь от меня привет и поцелуй передать. Не навредит, да? Перестань, не брызгайся. Не брызгайся, Адуля, взбесился, что ли? Перестань, говорю. А то как словлю. Как ты словишь? Так и словлю, подожди. Ну, сейчас иди сюда. Подожди. Подожди. Подожди, ты можешь подождать? Вот и попался. Вижу, вижу. Ну, поднимайся, чего разлегся? Штаны порвались. Я тебе говорила, перестань. Поднимайся, я посмотрю. Ткань совсем никудышная. Сам ты никудышный, если взрослых не слушаешься. Пошли домой, я зашью. Никуда я не пойду. Хорошо, я принесу иголку с нитками и зашью. Подождешь? Могу подождать. Тогда подожди. Огнес, не лети ты так! Малышка, я тебе говорю, что ничего страшного не случится. Жертв нет?
Адулис? Ты чего такой грустный? Я зашью ее, и следа не останется. Может, я лучше пойду? Живели. Это еще почему? Зашьюсь, можешь идти. Не бойся, я не буду тебя к себе привязывать. Я и не боюсь. Адулис, Раполос не пишет. Писал нам пару раз. А тебе не писал? А почему он мне должен писать? Мало ли что может в голову стукнуть. Пишет, что... Хотя лучше я тебе адрес принесу. Напишешь и сама все узнаешь. Не надо. Как хочешь, но лучше, чтобы ты написала. Почему ты так думаешь? Потому что тебя это волнует. Меня это совсем не волнует. Почему тогда спрашиваешь? Подумать только. Уже и спросить ничего нельзя. У-ля-ля, вот как. Друг-библиотекарь, люди позарез нуждаются в специальной литературе, а у вас ничуть голова об этом не болит, так получается? И кто же эти люди, если не секрет? Люди — это я. Угнюс Богданас. Какая же специальная литература этим людям так резко понадобилась? Думал, найду тебя и посоветуюсь. С удовольствием, Угнюс, но сейчас обеденное время. Мы люди такие, раз сказали ждать, значит ждем. Что с тобой, Адулис? Ты здесь, дружок, не смейся. Адулис, честное слово, вот, держи штаны, и чтобы это было в последний раз, понял? Что еще? Получил штаны, говори спасибо и катись отсюда. Могу уйти, если хотите. Не злись, никто тебя не гонит. Но когда взрослые разговаривают, то детям нечего это слушать. Так мы еще ни о чем не разговариваем, Адулис? Не разговариваем, будем разговаривать, Дживили. Иди, дружок. А может, и правда иди, Адулис. И дома тебя, наверное, ждут. Никто меня не ждет. Милый мой брат Раполос. Живу неплохо, жив, здоров. Но если думаешь, что Угнюс Богданасу совсем не интересно, живи ли Петрейките, то можешь так больше не думать. Напиши, жив и здоров ли ты, и что ты думаешь. Твой дорогой брат Адулис Бабарскас. Добрый день, уважаемый библиотекарь. Не помешаю.
Нет, Угнюс, конечно, нет. Тогда держите. Это мне? Вам, вам, друг библиотекарь. Почему так много? Вот так вышло. Спасибо большое, спасибо. Я за всю свою жизнь не получала так много цветов. Так это один смех живели эти цветы, если подумать. В какую же вазу мне их поставить? Адулис с ума сошел? Зачем эти книги сюда притащил? Понесу их домой, запиши. Все? Все. Как хочешь, но мог бы и поменьше взять. Сущая правда, дружок. Можно с ума сойти, если столько книг за раз прочитать. Это вам так кажется. Брат Раполос пишет, чтобы я больше читал. Адулис, Адулис. Уж большим Соломоном в армии твой брат заделался. В армии все Соломонами становятся. Здравствуй, дядя. А, это ты, Адулис? Я, дядь, кто же еще? Все читаешь? Наверное, сказки? Нет. Сказки меня сейчас не очень интересуют. Вот это новость. Всему свое время. Пасмурно. На рыбалку, дядя, не собираетесь? Не рыба, а Адулис сейчас у меня в голове. Жена моя очень сильно заболела. Жду машину. Вот. Чтобы отвезти в больницу. Так, может, я пойду? Может, в другой раз? Может. Может. Меня на пенсию отправили. Другого. Вместо меня. Нового назначили. Так что мне теперь время в сосновый лес. Дружище, дорогой мой брат Адулис, я жив и здоров, спасибо тебе за письмо. Я обещаю, что сделаю так, как ты хочешь, что заставлю потеть до девятого пота лесника Угнюса Богдонаса. Достанется ему за эти цветочки, можешь не переживать. Твой брат Раполос Бабарскас.
Адулис? Адулис, что с тобой? Адулис, что с тобой? Боже мой, тебя переехали. Лежишь здесь у дороги и людей пугаешь. Я? Нет, я. Я думал, полежу и нечаянно уснул. Нашел место, где лежать. Откуда столько много книг тащишь? Тащу, значит, так надо. Ну, хорошо, не злись. Я же по-хорошему спросила. А я и не злюсь. Взял в библиотеке, чтобы не пришлось часто ходить. А я думала, что тебя уже машина переехала, испугалась. А, правда, Адулис, я совсем забыла. Шоколадку тебе купила, вот, держи. Так я не очень люблю. Бери, бери. Куда же я его теперь дену? Адулис? Адулис, может, ты Угнюса где-нибудь видел? Лесника? Лесника, лесника. Видел. Правда? Где? Он тоже о тебе спрашивал. Говорит, может, почтальона Настю видел? Я ему: нет, не видел, а он: очень жаль, жаль. Иди ты, не веришь? Так зачем тогда спрашиваешь, если не веришь? Ну хорошо, не злись. А если ты где-нибудь увидишь Угнюса, то скажи ему, что таких, как он, полным-полно. Скажешь? Может, ты сама ему скажешь? Сказала бы. Так он вечно, как меня видит, обходит за километр. Прошу внимания. Готовимся к съемке. Мотор. Мотор. Есть? Внимание, поехали. Первый дубль. Быстрее вези. Поехали, поехали. Дайте больше дыма. Эй, стой, стой! Внимание, дайте больше дыма. Черного дыма дайте. Привет, Бабарскас. Слышу, что внутри кто-то шумит. Стучусь, а в ответ тишина. Не слышал, как вы стучали. Ну, как ты услышишь, ведь так занят. Так вот, Харек решил яйца выпить. А я задумал западню сделать. Но... И как дела? Неплохо. Только вот доски слишком толстые. Может, и толстые. Зашел бы ко мне, я бы тебе потоньше дал.
Главное, чтобы хорек в эту коробку влез. Хорек хитрый, как черт. Влезет, влезет. Положи внутрь яйцо, сразу влезет. Привет, Адулис. Ну и льет, как из ведра. Вот, возьми. Адулис. Надо же. У тебя гости. Не особо я вам помешала, а? Не очень. Вот Адулис заканчивает западню для хорьков делать. Обсуждаем. Западню? Так ты, Угниус, и в западне что-то понимаешь, да? Ага, а как же? И мне кажется, что не только для хорьков. А что мне остается? Такая у меня работа. С утра до ночи слоняюсь по лесам. Ой, Угниус, густые же эти твои леса. Смотри, чтобы других запутывая, сам в них не потерялся. Настя, может, не надо при ребенке, а? А он не такой уж и маленький, Угниус. Так тем более не стоит. Не стоит, так не стоит. Слушай, Адулис, ты не мог бы письмо Живиле отнести? Раполос пишет. Хорошо, отнесу, скоро. Спасибо тебе. А нам тоже есть о чем поговорить, да? Может, не стоит при ребенке объяснять, о чем? Представлю я это дельце публике, вот увидишь. Всколыхну речку, не я одна из этой реки пить буду. Живиле! Иди отсюда, слышишь? Как тебе не стыдно, Адулис? Иди же быстрее! Ой, Адулис, может, ты будешь моим ухажером? Мне эти цветы? Тебе? Точно? А почему мне? И почему даришь? Потому что... Ну скажи, Адулис, мне нужно знать. Не знаю. Ты же врешь. Я даже предчувствую, почему. Если предчувствуешь, то почему спрашиваешь? У меня еще письмо имеется. Мне? Не смотри! Чё пишет? Очень много что пишет, Адулис. Большое спасибо, что принес. Хочешь, я тебя расцелую, а? Меня? Тебя, конечно, Адулис. Этого еще не хватало. Адулис, Адулис! Адулис! Адулис, поднимайся, кто-то в твоей клетке шевелится. Поднимайся! Хорёк, мам, наверное, хорёк. Господи, из-за этих пар яиц. И что же ты с ними будешь делать? Не в клетке же держать? Думаю, хорька стоит в мешок засунуть. А что потом будешь делать?
Отнесу Любину. Пусть сдирает мех на здоровье. Будет он тебе такого обдирать. Фу. Так не воняет ни капли. Ты только осторожно смотри, еще укусит. Не укусит, смех один. Господи. Адулис, смотри, кто вернулся. Ура! Адулис, Адулис, с ума сошел. Привет, сынок, как ты тут? Привет, мам, увольнение. В увольнении так быстро? Не случилось ли что-нибудь? Позже расскажу. А мы вот хорька словили. Ну и хорек. Хороший хорек. Адулис, посмотри, не криво ли? Хорошо. Привет, дружок. Я зайду. Заходи, если тебе так нужно.
Будешь купаться? Нет. Может, искупайся, я тебе полотенце принес. Не хочется. А за что в армии орден дают? За смелость, за все. Так это на войне за смелость, а в армии? В армии тоже. Дверь закрой, замерзнем. Не замерзнем. А помнишь, когда я говорил, что ты кобыле госпожи Галинине копыта подбил? Не очень. А что? Ничего. Теперь ей лесник Угнюс копыта подбил. И правильно сделал. Пусть привяжет, а то пройти не дает. Дверь закрой, я тебя еще раз прошу. Живеле вчера встретила, грустная такая была. Вильнюс уезжает жить. Тетя ее или кто там живет? Упоминала мне что-то. А это еще что? Я сыт, больше не хочу. Привет, Адулис. Почему такой задумчивый? Хорька поймал? Ну, не расстраивайся, словишь еще. Угнюс к вам не заходил? А они подружились с Раполосом. Ну, будь здоров. Адулис, вылезай. Я же знаю, что ты там. Я сейчас как раз о тебе думаю. За эти цветы, помнишь? Я так тебя и не поблагодарила. Поблагодарила, мне кажется. Не помню, может, и поблагодарила. Сегодня все в голове перемешалось. Спасибо тебе, что пришел. А то бы и не попрощались. Чего так смотришь? Веснушки ты так и не убрала. Ай, ладно. Вот мне кто-то говорил, что с веснушками я еще красивее. Я говорил. Ты? Шут. Автобус. Прощай, Адулис. Я, может, тебе письмо напишу, хорошо? Лучше не мне, а Раполосу. Ах ты, дитё. Не надо, ты еще слишком молод. Удачи. Адулис. Живиля!
Адулис? Адулис, ты куда мчишься?